Всем привет! Я познакомлю вас с моей прекрасной семьей. Меня зовут мама Лиза. Это мой муж. Папа Адя. И тут привет. Наши детки. Никлас. Сколько тебе лет? Привет. 4. 4. Двойняшки Лукас. Вот так. И Элиас. И еще у нас есть старшая доченька Эмили. Мы живем в Финляндии уже почти 5 лет. С рождением двойняшек наша жизнь изменилась. У нас Лукас особенный. Мы боремся за него. Они родились на 30-й неделе беременности. Элиас провел в больнице 1,5 месяца, а Лукас провел 1,5 годика. У Лукаса есть специальная кровать, которую нам дали с больницы. Он спит в ней так, как ему нужен наклон. Пока в обычной кроватке Лукас спать не может. А сейчас на данный момент у нас в использовании несколько аппаратов, показывают сатурацию, обогащение крови кислородом. С этим он спит, и мы можем следить за показаниями. Так как у Лукаса много проблем, я об этом расскажу позже. У него аппарат дыхания, вентилятор сильных потоков воздуха. Добавочный кислород вырабатывает вот этот аппарат. И для поездок у нас, скажем так, такой же аппарат, только компактный. Отсасыватель вакуумный. Этот должен быть у нас всегда с собой и всегда под рукой рядом. Чтобы, если что, санировать дыхательные пути. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.